Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Артём, и сегодня я вам буду рассказывать, как правильно стрелять в Counter-Strike Global Offensive. Короче, вам надо целиться. Да. А также вам надо брать петуха. Потому что петух это лучшее, что может быть есть в Counter-Strike Global Offensive. А также вам надо просто учиться стрелять. То есть, для этого вам нужны пальцы. А пальцы вы можете приобрести на любом сайте. Ладно, шутка. Если у вас мама родила с пальцами, то вы молодцы. А если нет, тогда ладно. Короче, вам надо быстро целиться. И все.